и f3. Играют черные, чтобы освободить поле для своего коня на h5. Белые берут слоном на f3, черные забирают своим слоном на f3. Белые забирают ферзем, конь c6, конь d5, угрожает вилка на ладью и короля. Поэтому черные рокируются в длинную сторону, чтобы защититься. Далее конь e7. Брать коня нельзя из-за мата на поле а8. Поэтому белые играют... Поэтому черные играют король b8. Конь бьет g8. Ладья забирает нам коня на g8. И ферзь бьет f7. Нападаем на ладью. Далее ладья уходит на поле f8. Ферзь b3 шах. Король c8. Конь f3. Ферзь g6. c23 и g4.